До конца месяца по дорогам Пензенской области будут передвигаться воинские колонны. Это связано с началом крупномасштабных оперативно-стратегических учений «Заслон-2021». О них водителей предупредило региональное управление Росгвардии. Сотрудники ведомства просят обратить внимание на необходимость соблюдения правил движения и маневрирования вблизи колонн ведомственной автобронетехники. Данное мероприятие, оно повышает боевой уровень сотрудника как в мирное время, так и в боевых действиях. Занятия, они для этого и нужны, чтобы какие-то сложности испытывать и чтобы потом их исправлять. Учения продлятся до 30 июля, будут состоять из двух этапов. На первом подразделении Росгвардии передислоцируют другие регионы страны, создадут группировки войск в районах выполнения служебно-боевых задач. На втором бойцы отработают практические действия в условиях специально смоделированной оперативной обстановки.